За ними будущее. В начале нового учебного года студенты Самарского госуниверситета и Аэрокоса получают стипендии от губернатора за научные работы. Группа перспективных инженеров из ГАУ разработала проект космической платформы, которым заинтересовались в РКЦ «Прогресс». Она будет решать вопросы как военной отрасли, так и гражданской, то есть применительные и к научным, и народно-хозяйственным задачам. Перед этими молодыми людьми стоят серьезные задачи, отметил глава региона. Это и работы над импортозамещением, и разработки в ведущих отраслях экономики. Те задачи, которые стоят перед нашей страной, перед молодым поколением, они просто огромны. Если брать прикладную вещь, тот же космос, авиация, и сегодня снова последние 1,5-2 года это стали вопросом номер один для нашей страны. Меньше чем через месяц для студентов двух вузов откроются новые возможности. К 1 октября должны быть завершены все юридические процедуры по объединению Госуниверситета и Аэрокоса. Задачу ускорить слияние поставило Министерство образования России. Уже на следующий год объединенный вуз получит повышенное финансирование. Для наших именно коллективов этот год, когда мы создаем, наверное, уникальную для не только Самары, но и для России возможность дальнейшего развития науки, образования, инноваций, производства. Мы видим путь, по которому нам пройти нужно необходимо вместе. Все задачи, которые ставят перед нами и Министерство образования России, и руководство области, мы с честью выполним. Объединенный вуз не только будет бороться за звание лучшего в стране. По оценкам зарубежных экспертов, после создания технополиса «Гагарин-центр» он сможет конкурировать на равных с ведущими европейскими и американскими университетами. Но одним из важных условий, чтобы даже в столь престижный вуз приезжали студенты из других регионов и стран, является обстановка в городе. И какой она будет, насколько благоустроенной станет Самара, зависит от активности самих горожан, от их вовлеченности в те позитивные изменения, которые происходят в областной столице. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.